Добрый день. Добрый день. Меня слышно? Да. Да, давайте начнем. Кто первый? Первый у нас Абдрашидов. Есть такой? Нету. Алисова. Тоже нету. Это же лекция, правильно, да? Григорьева. Григорьева есть? Мне кажется, еще не все успели присоединиться, только ровно 15. Ну, кто не успел, тот опоздал. Толкунов. Ильинский. Евсеева. Да, я здесь. Сейчас, да, давайте я вас подключаю. Презентацию сейчас видно? Да, давайте на весь экран, да, все хорошо видно, давайте. Здравствуйте, сегодня я бы хотела с вами поговорить о системе управления пакетами RPM. В данной презентации мы рассмотрим такие пункты, как определение пакетов, собственно, что такое система RPM, формат пакетов этой системы, ее преимущества и недостатки, в каких дистрибутивах она применяется и основные команды для работы с пакетами. Что ж, Linux-система состоит из огромного количества различных программ и утилит, и каждый компонент этой системы представлен в виде пакета. Пакет — это архив, имеющий определенный формат. В нем содержатся все бинарные и конфигурационные файлы, которые необходимы приложению, информация об их месте в файловой системе и о зависимых пакетах, а также список действий для успешной установки пакета. Все операции, которые связаны с изменением состава системы, то есть установка, обновление, проверка, удаление компонентов и так далее, производятся над пакетами. Получается, что при изменении или обновлении программного наполнения системы пакеты позволяют администратору работать не с файлами, а с определенными функциями самой системы. Итак, система RPM или Red Hat Package Manager — это программа, которая предназначена для управления пакетами программного обеспечения, которые имеют одноименный формат. То есть с ее помощью можно осуществлять установку, обновление, удаление, проверку пакетов и так далее. Данная система используется в некоторых дистрибутивах Linux, а также RPM является основным форматом пакетов в Linux Standard Base. И вся информация о пакетах системы хранится в каталоге var/lib/rpm. Теперь поговорим о формате пакетов этой системы. Пакеты RPM разделяются на два вида. Это бинарные пакеты, содержащие полный набор библиотек и приложений для определенной архитектуры, и пакеты, которые содержат исходный код. Имя каждого пакета состоит из следующих компонентов. Это название программы, ее версия, номер релиза, то есть сколько раз она была пересобрана, архитектура, для которой данный пакет собран, или же SRC для файлов с исходным кодом и суффикс .rpm. Теперь давайте поговорим о преимуществах и недостатках этой системы. Начнем с преимуществ. Во-первых, данная система широко известна. Множество программ изначально собираются в RPM, и это лишает пользователя необходимости собирать программу, используя исходные коды. Также она позволяет оперативно и удобно устанавливать пакеты. Пакеты можно обновлять с возможностью контроля версии. Можно просматривать информацию о пакете, то есть узнать, для чего он нужен, где его можно найти, какие файлы он содержит и так далее. Также довольно простое удаление пакетов из системы, и при этом проверяется наличие пакетов, которые зависят от удаляемого. Также можно проверить наличие в системе всех необходимых компонентов для устанавливаемого пакета. Существует немало утилит, которые обеспечивают пользовательский интерфейс. Также в системе существует иерархия пакетов, в которой у каждого пакета, даже у неустановленных, есть собственное место, и эта иерархия позволяет легко определить, для чего предназначен определенный пакет.
И последнее, есть возможность поиска, к какому из пакетов относится определенный файл или папка. Теперь о недостатках. Во-первых, различные версии системы могут сильно отличаться друг от друга, и также существует множество патчей, написанных на RPM в дистрибутивах, и это приводит к тому, что спек-файлы являются несовместимыми для разных дистрибутивов. Это такие файлы, в которых содержится имя пакета с номером версии и релиза, а также инструкции для сборки и установки и список с изменениями. И названия зависимых пакетов также могут быть несовместимы, если пользователь, например, хочет установить пакет от другого дистрибутива. Во-вторых, требуется достаточно много свободного места на диске, чтобы хранить всю информацию системы. И многие программы пакетов обновляются намного позже, чем выходят новые официальные версии программного обеспечения. Данная система применяется в таких дистрибутивах Linux, как CentOS, Fedora, Red Hat Enterprise Linux, OpenSUSE и Mandriva Linux. Теперь рассмотрим несколько основных команд. В основном все действия с пакетами осуществляются с помощью команды RPM, просто с разными ключами. Во-первых, это установка пакета с помощью ключа и имени пакета с суффиксом RPM. Обновление пакета осуществляется с помощью ключа заглавное U с именем пакета и также суффиксом RPM. Удаление пакета осуществляется с ключом E и именем пакета. Получение о нем информации с ключом I и именем. И проверка пакета на наличие каких-либо проблем осуществляется с помощью ключа V и также имени пакета. Итак, в данной презентации мы познакомились с системой управления пакетами RPM. Мы узнали о ее преимуществах и недостатках по сравнению с другими системами, о тех дистрибутивах, в которых она используется, и о основных ее командах. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо. Бронникова, пожалуйста. Да, я здесь. А можно пока быстренько вопрос? Да. Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, а вот в итоговом тесте он на сколько минут, а сколько там вопросов будет? Если щелкнуть на тест, там должно быть все написано. Вот я сейчас вот итоговый тест, щелкаю на итоговое тестирование. И там написано, времени 40 минут, вопросов, наверное, тоже 40. Хорошо, спасибо, я как-то не заметила, извините, пожалуйста. Угу. А можно еще один вопрос пока задать? Да. Вот насчет работ с презентациями. Я на прошлом занятии выступал, и когда будет работа проверена? До конца недели точно проставлена. До экзаменов все оценки будут проставлены. Да, давайте, начинайте. Да. Здравствуйте, меня зовут Велина Минетич, и сегодня я попробую немножко рассказать о системе управления пакетами PacMan. Попробую кратко рассказать о пакетах, что это такое. PacMan определение, основные команды, частые ошибки, преимущества и недостатки и заключение. Все операционные системы семейства Linux организованы по пакетному принципу, то есть каждый пакет представляет собой некоторую завершенную часть программы. Совокупность таких пакетов представляет собой операционную систему или дополнительное приложение. Ну, другими словами, саму операционную систему Linux и программы, предназначенные для работы, можно разделить на отдельные составные части, то есть пакеты. Пакетами можно называть набор исходных текстовых программ, которые создал разработчик, и инструкции по сборке. Или же можно так называть скомпилированный код, то есть исполнимый файл. Вот этот исполнимый файл называют тоже бинарным или двоичным. И они часто имеют разные форматы и отличаются для разных дистрибутивов Linux.
дистрибутив. Дистрибутив какой-либо операционной системы Linux представляет собой комплект скомпилированных, исполняемых и всех дополнительных файлов, которые собраны по определенным принципам. Процесс сборки этих пакетов называется сборка. Поскольку лицензия использования Linux подразумевает открытость исходных кодов, то часто при написании программы разработчикам приходится опираться на другие ранее созданные программы другими разработчиками или ранние пакеты. Поэтому и существует такое понятие, как зависимость. То есть, например, разработчик разрабатывает какой-то пакет, который зависит от другого дополнительного пакета, ранее созданного. Может произойти такое, что этот пакет зависит от других пакетов и так далее, и так далее. Вот. Конфликт пакетов. Конфликт пакетов – это такая ситуация, когда в компьютере существует два пакета, которые содержат файл с одинаковыми именами и путями. Часто это происходит, когда существуют разные версии одной программы. Основные составляющие пакета. Пакет в основном состоит из названия, имя программы или функции, закрепленной за пакетом, версия программы, присвоенная разработчиками. Обычно дополняется версия пакета в рамках дистрибутива. Зависимость, как я сказала, список пакетов с версиями необходимы для установки работы данного пакета. Авторы, имя и контактная информация автора программы или авторов. Краткое или не очень описание этой программы. И содержимое, то есть бинарные или исходные файлы и устойчивые скрипты. Pacman. Название Pacman происходит от английского Package Manager. Этот менеджер является официальным менеджером пакетов для дистрибутива Arch Linux и был разработан создателем Arch Linux Джейдом Виннетом. В одном раннем интервью Виннет заявил, что Pacman на самом деле не делал ничего, что делали раньше другие менеджеры пакетов, и что его цель — выполнить просто все обыденные части управления, оставив только самые сложные моменты на усмотрение способного администратора. Таким образом, можно сказать, что цель этого менеджера — это быть мощной системой управления пакетов и при этом оставаться простой в изучении. Раз мы заговорили немножко о истории, то стоит упомянуть, что Pacman начал получать больше внимания в своей версии 2.0, которая представила возможность синхронизации пакетов через опции Sync с главным сервером с помощью баз данных пакетов. До этого пакеты должны были устанавливаться вручную с помощью операции Add или Upgrade. Это означает, что после установки Arch Linux на компьютере он всегда обновляется. То есть достаточно запускать Pacman в регулярной основе, и не придется потом загружать другой образ или перестраивать систему с более новой версией. Это было больше 10 лет назад. С того момента была еще улучшена скорость наряду с зависимостью и разрешением конфликтов, и что позволило разработать гораздо более широкий спектр дел. В Pacman добавили еще возможности подписи и проверки пакетов ко всей цепочке инструментов через GNU-PG или GPG-ME. В пятой версии добавили еще поддержку крючков до и после транзакций и операции синхронизации списка файлов базы данных. Итак, если коротко повторить то, что я сказала, то Pacman способен найти зависимости, автоматически загрузить и установить все необходимые пакеты. Для использования Pacman обычно необходимо просто ввести текстовые команды в терминале. Настройки Pacman можно найти в папке etc.pacman.conf. Как выглядит имя файла пакета? То есть я здесь написала Linux, -4.4. По порядку. Имя пакета, то есть, в данном случае Linux. Потом идет версия программы 4.14.13.
дальше идет версия пакета 1, и потом архитектура. В этом названии PKG говорит о том, что архив является пакетом. И в основном Pacman используется ключи S, R, U и K. S для обновления, R для удаления, U для установки, K для просмотра списка. Ну, а это я немножко дальше позже расскажу. И самая последняя версия Pacman, версия 5.2.1 ноября прошлого года. Pacman, как я сказала, используется в дистрибутиве Arch Linux, Arch Bang, Chakra Linux, Manjaro Linux, Parabola и другие. Но из этого большого списка основной является Arch Linux, как я сказала, и Manjaro Linux. Основные команды. Как я говорила, используется ключ S для установки программы для обновления. То есть для этого достаточно просто ввести Pacman и потом нужный ключ. В этом случае S, имя пакета для установки пакетов, потом Pacman S, U, для установки пакета с обновленной системой, U для установки пакета из файла, то есть можно скачать заранее файл и потом установить через пакет, или сразу через сеть, указывая ключ U и URL, адрес. Справочная информация. Можно узнать справочную информацию, то есть версию Pacman через ключ V. Можно узнать синтекс команды через ключ H. И если добавить опцию, то можно узнать синтекс для данной опции. И, конечно, всегда есть опция Man Pacman. Сохранение и восстановление. Чтобы просмотреть список установленных пакетов в системе, достаточно написать Pacman и ключ Q. И потом дополнительную информацию через, в этом случае, ключ Q маленькое и E. Pacman. Чтобы как я раньше показывала, вот здесь можно установить пакеты или можно установить из списка пакетов, используя еще команду cat pkglist. Очистка. Чтобы посмотреть список пакетов сирот, можно тоже использовать, опять же, ключ Q и DT. Почему это важно? Потому что часто остается такая проблема, что при использовании Pacman потом остаются такие пакеты, которые уже никак не связаны с остальными, и из-за них потом получаются всякие баги и так далее. Для очистки кэша используется опция CSC, для удаления пакета зависимости RNS. И для обновления системы используется ключ S и E. Часто ошибки. Я здесь написала некоторые частых ошибок, которые возникают при работе с этим менеджером. То есть первый fail to commit transition conflicting files. Почему это происходит? Это происходит, когда Pacman обнаружил конфликт файлов и не будет перезаписывать файлы для нас. Самый безопасный способ решить эту проблему – сначала проверить, принадлежит ли файл другому пакету, и потом, если он принадлежит, то создать отчет об ошибке. Если не принадлежит никакому пакету, то переименовать файл и повторно выполнить команду. Fail to commit transition invalid or corrupted package. В данном случае следует искать частично загруженный файл, то есть файл с расширением patch, и удалить их. Enable to lock database. Когда Pacman собирается изменить базу данных пакетов, например, установить пакет, он создает файл блокировки. Это предотвращает попытку другого экземпляра Pacman одновременно изменить базу данных пакетов. Если Pacman прерывается при изменении базы данных, этот устаревший файл блокировки может остаться. Если уверены, что
ну, какие экземпляры Pacman не запущены, то уже можно удалить и, в принципе, это устранит ошибку. Преимущества и недостатки. Одно из преимуществ Pacman – это его быстрота. То есть Pacman минималичен и устанавливает только готовые уже пакеты из баз данных. Много опций, как я сказала. Существует много разных опций. Можно установить просто пакет, установить пакет откуда-то, просмотреть, какие существуют списки. И то есть можно как бы под себя немножко подстраивать всю эту работу. Простой короткий синтакс. То есть не нужно там писать какой-то очень долгий код, ничего такого. Просто пару букв и уже получится, в принципе, то, что нужно. Он синхронизирует списки пакетов с главным сервером. То есть это то, что я говорила изначально, опции из опции Sync, которая появилась в версии 2.0. И поддерживает цветовой вывод. То есть, ну, это чисто уже для каждый решает, но все-таки удобно, когда можно включать как бы подсветку, скажем так, и гораздо легче просматривать всю деятельность. Недостатки. Плохо справляется с конфликтами. То есть, как я показала на примере частых ошибок, Pacman он создан таким образом, чтобы максимально облегчить работу пользователя и администратора. Поэтому часто администратору нужно просто ввести одну команду, и он полностью обновляет систему. Проблема в том, что иногда эти версии могут не сходиться. То есть, например, если обновить только какую-то одну версию данного пакета, то может вся система может разрушиться. Вот. Не следует философии Unix. Философия Unix говорит, что твердит, скажем так, что нужно быть хорошим в одном, а Pacman старается быть хорошим во всем, скажем так. То есть если через философию Unix мы стараемся выполнить одну команду, но хорошо, то через Pacman мы стараемся все сразу сделать, и из-за этого, как я уже сказала, случается множество ошибок. Они всегда берут за собой. То есть даже после обновления частенько остаются мусор, скажем так, то есть пакеты сироты и другие, которые потом создают другие проблемы. Только ноль, да. Заключение. То, что мы пытались сказать. Сегодня мы узнали, что такое пакеты, то есть что они из себя представляют, какие могут быть пакеты и зачем они нужны. Историю, немножко истории Pacman, цель этой программы, основные функции, основные команды, частые ошибки и преимущества и недостатки. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Следующий Исхак Марка, пожалуйста. Да, я здесь. Подключайтесь, пожалуйста, демонстрируйте. Вы меня слышно? Да, начинайте. Хорошо. Здравствуйте. Сегодня я хочу расскажу о тему система управления пакетами RPM. Свободное программирование обеспечение распространения в виде исходной коды. Зависимости в этом случае нужно осложнивать самостоятельно. Source-based операционная система, как FreeBSD, Linux и так далее. И
Run это операционная система, как Linux, CentOS, Ubuntu. Система обновления пакетами это набор обеспечения, позволяющий управление процессом остановки, удаления и процессом остановки, удаления и настройки и обновления разных. RBM. RBM это Red Hat Package Manager. Это что это система управления пакетами. Значение разбравтивами компания Red Hat для операционной системы Red Hat Linux. Хени RBM это применяется в менеджерстве операционной системы Linux, например, Fedora или OneDrive, OpenSys. В каждом пакете RBM имеют названия, которые состоят из нескольких частей, как название программы, или версия программы, или номер релиз. Также часто используется для обозначения дистрибутива, который собран этот пакет, как, например, MDV. MDV это OneDrive Linux, или FC4 это Fedora Core 4. Архитектура, под которой собрали бакет, как вот это, и так далее. Собранный бакет обучения имеет также формулы названия, как название, наверное, версия, релиз и архитектура .rbm. Примечество RBM надо на другому средствами управления и остановки программ. Легкости удаления и обновления программы и популярности очень много программ собираются, имеют в RBM. Неинтерактивные остановки легко автоматизированную процесс остановки и обновления и удаления. Проверка цельности пакетов с помощью контрольных сумм и GBG. Возможности аккумулируются обитие собрачинков в SBS файл и так далее. Основные нетности это как это макропокти между дистрибутивами много существует, различаются. Раздробленности и несовместимости различных версий, так существует практика в
разработки RBM 4 или RBM 5, а также больше количество обучения на RBM в дистрибутивах. В частности, это приводка несовместимости называния бактерийных совместимости при попытке останавливать бакет от другого дистрибутива. Создание бакета. Для создания бакета нужно SBS файл, это облечение. Текстовый файл имеет суффикс space и сдражает в себя название bucket. Вырисаю. Вырисаю номер релайзи и инструкция по собрании и остановка бакета и собрание изменения. При начале SBS файл бакет создания код RBM build. Если кто хотите знать еще информацию о RBM, так есть информационный сайт. Спасибо. Большое спасибо. Никулин следующий. Да, я здесь. Дмитрий Сергеевич, можно вопрос? Я просто да. Дело в том, что я подключился через 10 минут после начала, как я понимаю. Ну и будете после остальных тогда. Сейчас мы дойдем до конца и начнем сначала. Хорошо, спасибо. Презентацию сейчас видно? Нет, не видно. Да, все, давайте. Вылетели. Вылетели. Давайте еще раз. Да, так. Вот, давайте на весь экран. Как мне запускать-то? Как же я давно это делал? Сегодняшняя тема моего доклада Debian Package. Вот. Но сначала немного про сам формат .deb. .deb — это стандартный формат пакетов для Debian систем. В современном своем представлении пакет содержит в себе три файла. Это Debian Binary, в котором содержится информация о пакете control.tar, который содержит дерево устанавливающихся файлов пакета, и data.tar, содержащий дерево устанавливаемых. Control.tar содержит информацию об устанавливаемых файлах, а data.tar содержит, собственно, сами устанавливаемые файлы. Debian Package — это написанная на C medium-level утилита для работы с этим форматом, являющаяся основой системы управления пакетами в Debian и ряде других систем. Была написана в 1994 году Иэном Мёрдоком, используется для установки, удаления и получения информации о пакетах. Слева вы можете видеть ряд команд. Три верхние — это основные команды для установки, для получения информации о всех пакетах, для удаления пакета. И чуть ниже основные команды, которые используются.
для архивации пакетов, для распаковки пакетов и так далее. Основной функционал Debian Package в нем содержится логика сравнения номеров версий. Через Debian Package мы получаем различную информацию из внутренней базы данных. Ну, само собой, работа с Debian, и также Debian Package является скелетом для более современных и более удобных в использовании файловых менеджеров, таких как, например, APT. Также у Debian Package есть достаточно много минусов. Например, он не умеет работать с сетью. То есть он работает только с установленными уже пакетами на устройстве. В отличие от того же APT, который может скачивать информацию из интернета, осуществлять контроль версий, работать с репозиториями и прочее. Большинство ошибок с Debian Package решаются обновлением списка пакетов и их переконфигурацией, а все остальные решения можно найти в интернете. В заключение, что можно сказать о Debian Package? Debian Package — это основа для многих файловых менеджеров, основа многих файловых систем в различных операционных системах на базе Debian. В наше время он является достаточно узконаправленным по сравнению с остальными своими сородичами, и поэтому его знание может вам понадобиться далеко не всегда. И все. Спасибо. Спасибо. Котлярчук, пожалуйста. Да, хорошо, сейчас. Меня видно, да, и слышно? Да, давайте, да. В общем, здравствуйте. Сейчас я хочу... Ой, назад. Я хочу поговорить... Да что ж такое? В общем, начнем. Я хочу поговорить о менеджерах пакетов. В частности, сегодня о менеджере пакетов под названием Chocolate. И основные пункты моей презентации... Да что такое? Основные пункты моей презентации — это менеджер пакетов, что вообще это такое. Второй пункт — его функции. Затем основные команды, собственно, менеджера Chocolate, ну, Chocolate его так называют. И вообще, так ли хорош этот менеджер пакетов? Ну, для начала нам нужно, чтобы понять вообще, что такое менеджер пакетов, нужно разбить это слово на... это словосочетание вообще на слова. То есть менеджер — это как бы руководитель, управляющий процессом, а пакеты — это просто набор файлов, которые упакованы вместе. Ну, в итоге получается, что менеджер пакетов — это набор программного обеспечения, который следит за тем, какие программы установлены на компьютер, и он позволяет легко устанавливать новые программы, обновлять их до более новых версий или удалять те программы, которые вы ранее установили. То есть если у вас есть пакетный менеджер, вам достаточно открыть консоль, ввести команду вместо того, чтобы залезать на официальные сайты программ, которые вы хотите себе получить.
и никаких установочных окон, ну, если вы этого захотите, все происходит в автоматическом режиме. Естественно, что при установке одного пакета могут понадобиться другие файлы, которые зависят от которых зависит работа первого. И пакетный менеджер учитывает все эти зависимости и устанавливает все, что нужно. Поэтому их еще называют менеджерами зависимостей. Как правило, система управления работает со множеством пакетов, хранящихся в специальных репозиториях. Дальше мы переходим к вообще рассказу о том, как работает сами менеджер пакетов. Ну, на этом слайде вы можете видеть такую небольшую табличку, состоящую из 4 блоков, и мы начнем двигаться с самого крайнего блока, который называется Package Sources. Это же тот же самый источник пакетов, он же репозиторий. Это место, где хранится установочные, где хранятся установочные пакеты программ. Ну и в качестве расположения источника может быть указан любой адрес в интернете, общая папка в локальной сети или локальная папка на компьютере. Дальше у нас блок под названием Package Management Providers. Провайдеры, то есть поставщики пакетов, отвечающие за доступ к источникам пакетов. Каждый поставщик может управлять одним или несколькими источниками. Следующий блок называется Package Management Core, то есть ядро. Это ядро управления пакетами. Программный интерфейс, позволяющий обеспечивать взаимодействие поставщиков с конечными пользователями. Ну и самый левый блок — это как раз-таки конечный пользователь, то есть мы с вами, ну, чаще всего. То есть тот, кто пользуется функционалом этих менеджеров с помощью команд своей консоли. Ну, а уже взаимодействие идет в обратном порядке, то есть слева направо, вы можете видеть это на слайде. Получается, сначала пользователь выполняет команду со своей консоли для управления, для установки пакетом. И модуль обращается к ядру управления пакетами. Ядро обрабатывает команду с консоли и передает ее нужному поставщику. А уже поставщик обращается к своему источнику, находит в нем требуемый пакет, запускает процесс установки. Следующий слайд. На нем изображено... У меня перелистывается, правда, почему-то. На нем как раз изображен логотип менеджера пакетов Chocolaty. Но вообще так повелось, что пользователи Linux, они с самого начала как бы были больше привязаны к консоли, чем пользователи Microsoft. Вот. И Microsoft только совсем недавно дошла до менеджеров управления, ну, до управления пакетами и вообще консольного взаимодействия со своей системой. И поэтому это только-только начало развиваться. Ну вот один из таких менеджеров — это как раз Chocolaty. Дальше можно увидеть его некоторые команды. Вообще он очень удобный, и все команды, они написаны на английском языке, то есть, в принципе, это любой человек может понять, они очень дружелюбны к пользователю. Ну вот, допустим, если нам нужно установить какую-то программу, чтобы ее найти, мы должны просто ввести choco, search и имя программы. Ну, то же самое с установкой, удалением и обновлением некоторых программ. Ну, соответственно, перед тем, чтобы вводить все эти программы, нужно нам установить Choco. Ну, это уже, я думаю, кто интересуется, сам посмотрит, как выглядит эта команда. Также вы можете видеть, что написано обновление какой-то программы, но Choco поддерживает также и, как сказать, даунгрейдинг, то есть не апгрейдинг, а даунгрейдинг программы. То есть мы можем откатить программу назад. Но это вообще не рекомендуется делать, так как не все программы поддерживают откат версий назад. И может быть какая-то ошибка. Вообще можно также обновлять все пакеты сразу, если вы этого захотите. Можно обновлять лишь один, который вы захотите. Еще есть такая интересная штука с этим Chocolaty. Если вы хотите установить какой-то пакет, которого на вашем компьютере не было, просто вы, допустим, ошиблись, то Chocolaty все равно установит его. Даже если вы просто ошиблись, он найдет его и все равно установит. Ну и также существуют функции инсталляции. Ну, в общем, все для того, чтобы вам было удобно взаимодействовать. Примерно там, насколько я помню, около 20 команд, 20 с лишним команд. Вот.
и вообще взаимодействие довольно-таки удобное. Ну и последнее. Так, перелистывайся. Последнее — это минусы чоклад. Ну, первый пункт — это субъективные причины. Как раз-таки, о чем я говорила, не все пользователи Windows, они взаимодействуют с консолью, то есть с PowerShell. Они предпочитают залезть в интернет, найти сайт разработчика, скачать, допустим, установочный файл себе на компьютер и скачать уже оттуда. Некоторым нравится контролировать полностью установочный процесс, то есть отмечать все флажки, все. Они не хотят, чтобы менеджер пакетов за них устанавливал приложение. Вторая причина — это то, что нет гарантии безопасности. Вообще, я читала, что даже на самом сайте Chocolate написано о том, что они несут ответственность за то, что вы как бы скачали с помощью их программы, то есть там может быть все, что угодно, ну, кроме, допустим, каких-то проверенных пакетов. И они не гарантируют, что в них не будут вирусы или пакеты как-то не будут заражены или подменены. Вот, допустим, ну, единственный реально нормальный способ использовать Chocolate — это держать свой приватный репозиторий. И также последний пункт — это обновляемость. Ну, с этим иногда может быть беда. Если сам репозиторий, который, ну, которому имеет доступ Chocolate, он не обновляется тем, кто его создал, так как разработчиками, то как бы вся эта автоматизация, для которой и нужен сам Chocolate, она накрывается, в принципе, медным тазом, потому что какой смысл заставлять Chocolate обновлять автоматически все ваши файлы и папки, если сами разработчики не предоставляют новую версию этих файлов. Но вообще это довольно-таки удобный способ, это довольно-таки удобное приложение к вашей операционной системе для тех, кто не хочет заморачиваться и хочет больше времени изучать что-то новое. И я надеюсь, что с помощью моей презентации вы тоже получили какие-то новые знания. Если даже не получили, то вспомнили что-то старое, что вы и так знали. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Соболев, следующий, пожалуйста. Ага. Видно презентацию? Пока. Так, да. Угу. Тема выступления — менеджер пакетов RPM. Я расскажу вам о названии, определении, аналоги, плюсы, минусы, где используются, ну и все, в принципе. Менеджер пакетов Red Hat Pack Manager также называется как RPM. Создан был для управления как раз этими же пакетами. Используется он в некоторых Linux-дистрибутивах, типа Fedora, Red Hat Enterprise Linux, ну и многих других, но изначально он создавался именно для Red Hat Enterprise Linux. Из аналогов можно отметить APT, YAM, Pacman и, ну, и так далее. Также они используются, понятное дело, в соответствующих Linux-дистрибутивах. Но тот же YAM, например, он может некоторые минусы как-то перекрыть и даже очень удобно использоваться, потому что, например, у него есть поиск и удаление. Ну, то есть намного легче работать с RPM-пакетами. Из плюсов можно у RPM отметить легкость удаления и обновления программ, компактность файлов именно с суффиксом спец, популярность самого RPM и, ну, как бы популярность просто само по себе удобнее. Легкий процесс установки, удаления, обновления. Из минусов это низкая скорость работы, раздробленность файлов RPM, несовместимость различных версий. В некоторых других Linux дистрибутивах они просто различаются и не совмещаются просто сами по себе. В разных дистрибутивах микропакеты могут тоже отличаться и просто могут отличаться, могут не отличаться. Ну и, в принципе, наверное, это все. Спасибо. Угу. Спасибо. Романов, пожалуйста. Да, здесь.
Бля, я за спидраду. Видно? Пока нет еще. Извините, а пока разбираются в презентации, можно вас спросить по поводу экзамена? Да. А, нас просто интересует, какое количество будет вопросов и сколько времени на это дастся. Ну и, понятное дело, попытка одна. Там, когда вы щелкаете, там все написано. 40 минут, 40 вопросов. Отлично. И еще вопрос. Ну, получается, то, что это все открывается 22 июня в 9 часов утра. Ну, там написано у разных, как по расписанию. Нам спустили расписание. Mm-hmm. На каждый поток сделали определенное количество времени. И вот на каждый поток открывается в свое время. Хорошо. Большое вам спасибо. Да. А сейчас видно? Нет, не видно. Вы из приложения? Нет, не из приложения, я с сайта. Тогда не будет работать. Так. Тогда давайте, ну, переставляйте, ставьте приложение. Гогин, пожалуйста. Гогин есть? Да, сейчас я, да, здесь. Да, давайте. Так видно? Да, давайте показывайте презентацию, да. А, презентация открывается? Да, давай. Открывается, на весь экран делайте. Все открылось, да? Но не на весь экран. Да, вот все пошло. Давайте. Система управления пакетами Pacman. План нашей работы. Что же такое система управления Pacman? Дальше я скажу о самой системе управления Pacman. Потом я о ее структуре, дальше о цели. Потом покажу установку пакетов Pacman, основные команды и системы, использующие Pacman. А в конце подведу итог. Что же такое система управления? Система управления пакетами – это набор инструментов, обеспечивающий унифицированный метод установки, обновления или удаления программного обеспечения в вашей системе. Дистрибутивы Linux обычно состоят из тысячи отдельных пакетов программ. Вот как это происходит. Программное обеспечение распространяется через пакеты с прикрепленными метаданными, в которых содержится дополнительная информация, описание назначения пакета, список зависимостей, необходимых для нормальной работы программы. Пакеты хранятся в репозиториях, локальных или сетевых хранилищах. После установки пакета его метаданные сохраняются в локальной базе данных и используются для поиска файлов пакетов. Система управления пакета Pacman. Pacman является официальным менеджером пакетов для дистрибутива Arch Linux. Pacman был разработан создателем Arch Linux Джадом Винетом. Pacman способен сам найти зависимости, автоматически загрузить и установить все необходимые пакеты. Как правило, пользователю достаточно выполнить только одну команду для полного обновления всей системы. Структура. Все пакеты Pacman представляют собой сжатые тара-архивы, каждый из которых содержит программы в компилируемом виде. Пакеты загружаются по протоколам FTP и HTTP с определенных сайтов. Pacman дополняет Arch Linux Build System, используемую для создания пакетов из исходных текстов. Эта клиент-сервисная модель позволяет пользователю скачивать и устанавливать пакеты со всеми требуемыми зависимостями всего одной командой. Pacman написан на языке C и использует формат пакетов XTARXZ. Цель Pacman. Следуя философии Arch Linux, Pacman ставит перед собой цель быть мощной системой управления пакетами и при этом оставаться простой в изучении. Установка пакетов Pacman. Опции для Pacman при использовании комбинируются в одну фразу. Таким образом, например, для обновления репозитория и обновления OS команда будет выглядеть примерно так. Вот основные команды. Вот система, использующая Pacman, Arch Linux, Arch Band,
Chakra Linux, Chunachite OS, Deli Linux, Bugalware, Majara Linux, Parabola, Hyperbola, GNU Linux, Libre, MCI S2, Enter GOS. Итог. Pacman очень простая система управления пакетами. Она сочетает в себе простой формат двоичных пакетов и легкое использование системы сборки. Цель Pacman — предоставление возможности легкого управления пакетами, вне зависимости от того, откуда они взяты. Pacman поддерживает систему в актуальном состоянии, синхронизируя пакеты с сервером. Такая клиент-сервисная модель позволяет пользователю скачивать и устанавливать пакет со всеми требованиями, в зависимости от всего одной команды. Все, на этом спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Пожалуйста, Хаян. Здравствуйте. Подключайтесь. Угу. Извините, пожалуйста, а можно следующее, я скачал? Да, хорошо. Сейчас, секунду, подождите, пожалуйста, а то у меня требует разрешение. Угу. Добрый день, меня зовут Анаида, и сегодня я хочу представить вам систему управления пакетами. А на весь экран нельзя, извините, пожалуйста? У меня на весь экран. А вы, наверное, шарите не десктоп, а окно конкретно, нет? А, сейчас, секунду. Да, скорее всего. Так. Ну, вроде как все. Целый, весь экран. Нет, нет. Ну, ладно. Макинтош, своя жизнь. Давайте так. Ну, так. Секунду. То есть попробуйте попереключать слайды. Будут они переключаться у нас? Вот, я переключаю. Ничего не переключается. Так, попробуйте вот зашарить весь экран. Шарить весь экран. Можно такое? А я не знаю, даже. Меня вообще показывает весь экран. Нет, вы выбрали зашарить окно, скорее всего. Ну вот. Показывает? Весь экран. Ну-ка попробуйте на весь экран. Вот. Да, вот теперь весь экран, да, давайте. Угу. Секунду. Содержание. Сегодня мы познакомимся с Portage, узнаем, где он используется, основные его команды, структура и преимущества и недостатки. Portage — это система управления пакетами, первоначально созданная для Gentoo Linux и для других операционных систем. Представляет собой набор утилит на Python и Bash, призванных облегчить и упорядочить установку программного обеспечения из исходных кодов и бинарных пакетов с учетом всех зависимостей. Основной пользовательский интерфейс Portage — это консольная программа Emirage, которая позволяет устанавливать новые пакеты с учетом зависимостей и с возможностью управления вариантами установки, например, с поддержкой определенных функций или без поддержки ненужных функций. Такими так как управление параметрами сборки осуществляется через так называемые USFlags. Удалять ненужные пакеты, обновлять установленные пакеты, проводить синхронизацию с деревом портажей. Программа eBuild служит интерфейсом низкого уровня Portage, а Emirage — это высокоуровневая оболочка для нее. Так, основные команды. Это установка новых пакетов Emirage Ask Verbose, установка пакета среди множества полезных вещей. Он содержит утилиту use, которая существенно упрощает управление флагами use. Если вы хотите изменить use-флаги только для одного пакета, лучше прописывать use-флаги в таком контексте. Вот. Дерево портажей. Что это такое? Это набор сборочных файлов eBuild, содержащих всю информацию, необходимую Portage для управления программным обеспечением. Когда Portage выполняет любые действия над пакетами программ, эти действия опираются на сборочные файлы, имеющиеся в системе. Overlay
это представляет собой хранилище пакетов, не включенное в основное дерево платежей. Обычно туда включают более новые версии программ или те программы, которые еще нет в официальном дереве. Лип-версии, нестандартные расширения и патчи. Оверлеи могут быть локальными, присутствуют только на компьютере пользователя. Один из вариантов применения локального оверлея – установка eBuild файлов, не включенных в какой-либо публичный оверлей, либо тестирование этих файлов. Для упрощения работы с оверлеями служит утилита Layments, о котором мы поговорим позже. Лифт-пакеты. Обычно при установке некоторой версии программы скачивается архив с исходными кодами, соответствующие устанавливаемой версии. В случае с лифт-пакетами исходные коды получаются из системы контроля версий данной программы. Таким образом, лифт-пакет позволяет иметь самую что ни на есть свежую программу. Утилита. Утилита в просторечии сервисная программа, облегчающая работу с компьютером или пользование какими-либо другими программами. Утилиты предоставляют доступ к возможностям, параметрам, настройкам, установкам, недоступным без их применения. Либо делают процесс изменения некоторых параметров проще, автоматизируют его. Утилиты могут входить в состав операционных систем, идти в комплекте со специализированным оборудованием или распространяться отдельно. Поговорим отдельно об утилитах. Первый утилит – это RevDev Rebuild. Эта команда в основном используется для проверки Gentoo Linux на соответствие зависимости между установленными пакетами программного обеспечения. Она позволяет проанализировать всю систему на наличие проблем и исправить все в короткие сроки. Layman, о котором мы говорили ранее, это программа управления, так называемая, слоями, в которых есть дополнительные пакеты разработки с программным обеспечением. Добавляя слои, можно получить доступ к программам, которые не находятся в главном дереве PortAge. Так, eQuery. Это еще одна команда в Gentoo Linux, работающая в дереве PortAge. Однако ее задачей является извлечение информации. Она позволяет обнаружить перечень пакетов с определенным именем, отобразить их детали, проверить или даже принять список файлов, относящих к выбранному пакету, или наоборот, проверить, какой пакет принадлежит данному файлу. Так, поговорим о преимуществах и недостатках. Преимуществами является документация. Она на самом деле мощная и помогает решить значительную часть проблем во время работы. Примером является справочник Gentoo, в котором описывается поэтапная установка и первоначальная настройка. Сообщество. Оно является огромным источником информации и помощи. Сила сообщества Gentoo Linux не в его размерах, а в наличии специалистов. Производительность. Это главное преимущество. Система может быть адаптирована к оборудованию, на котором она была установлена. Например, с помощью оптимизации кода или конкретного процессора и настроек ядра Linux. Это обеспечивает скорость и производительность, немыслимые в других дистрибутивах. Стабильность. Gentoo Linux – это дистрибутив, который может работать долгие годы без повторения установки. Правда, это свойственно и другим дистрибутивам. Конфигурация. Пользователь сам решает, как в конечном итоге будет выглядеть система, что будет установлено в ней и в каких комбинациях. Поговорим о недостатках. Порог вхождения. Требует гораздо больше знаний о системе Linux, чем другие дистрибутивы. Время. Требуется много времени для установки и настройки по сравнению с другими операционными системами. Ресурсы. Это дистрибутив, а построен из исходников, поэтому его установка в короткие сроки требует довольно мощного компьютера. По иронии судьбы, для хорошо настроенной системы требуется очень мало ресурсов. Заключение. Мы узнали, что такое PortAge, где используются его основные команды, структуры, преимущества и недостатки.
Спасибо всем за внимание. Спасибо. Спасибо. Романов, давайте. Да, сейчас, сейчас. Да, давайте. Сегодня я хочу поговорить, что такое система управления пакетами DPKG. Сегодня мы обсудим, что такое система управления пакетами, что такое DPKG, что такое Debian, и узнаем общую информацию по использованию инструментов управления пакетом с низким уровнем. Система управления — это метод установки и обслуживания, который включает в себя обновление и, возможно, удаление программного обеспечения в системе. В первое время программы Linux распространялись только как исходный код, а также как справочные страницы, необходимые файлы, конфигурации и так далее. В настоящее время большинство дистрибьюторов Linux используют по умолчанию предварительно созданные программы или наборы программ, называемых пакетами, которые представлены пользователю и готовы к установке в этот дистрибьютив. Однако одним из чудес Linux является возможность получить исходный код программы для изучения, улучшения и компиляции. Как работает система управления пакетами? Если определенный пакет требует определенного ресурса, такого как совместно используемая библиотека или считается, что он имеет зависимость. Все современные системы управления пакетами предоставляют некоторый метод разрешения зависимости, чтобы гарантировать, что при установке пакета все его зависимости также установлены. Что такое DPG? Это менеджер пакетов низкого уровня для систем на базе Debian. Он может устанавливать, удалять, предоставлять информацию и создавать пакеты DEB, но не может автоматически загружать и установить соответствующие зависимости. И я хотел бы обсудить, что такое представляет собой Debian. Это низкого уровня менеджер пакетов DPG. Все это время мы говорили, что о пакетах не касались вопроса, каким образом происходит их установка. Основной системой управления пакетами в Debian является DPG. Достаточно низкого уровня утилита, предназначенная для получения информации, установки и удаления пакетов. Назвать ее менеджером пакетов в современном смысле этого слова достаточно затруднительно. DPG не имеет работать с репозиториями и разрешать зависимости. Но тем не менее этот инструмент достаточно широко используется по сей день, и навыки работы с ним необходимо иметь каждому администратору. Сейчас мы поговорим, как имеет 4 основных репозитория. Base Repository — основное хранилище, которое содержит все пакеты, но обновляется достаточно редко, обычно одновременно с выходом минорной версии дистрибутива, например, Debian 9.6 или 9.7 и так далее. Security Updates. Обновление безопасности является критически важным для функционирования системы и крайне желательным к установке. Stable Updates. Стабильные обновления, не являющие обновлением безопасности, могут исправлять некритические ошибки в ПО или незначительно расширять его функционал в рамках текущей версии. Stable Backports. Стабильное ПО с обратной совместимостью. Содержит при компилировании для текущего дистрибьютора самые свежие версии ПО, которые разрабатываются в рамках новой версии и позволяют использовать более новые версии программ, не подвергая стабильность дистрибутива угрозам при использовании пакетов тестируемой или нестабильной ветки. Также каждая репозитория состоит из нескольких разделов Debian. Это, например, main. Он содержит пакеты, которые полностью совместимы с критериями Debian по определению свободного ПО. Non-free — это
распространяем без ограничений ПО, которые не соответствуют или не полностью соответствуют принципам свободного ПО по версии FSF. Также counter-rip. Это свободный ПО, который требует для работы несвободные компоненты. Например, бинарные модули драйверов, прошивку Chrome и так далее. Либо требует ПО, имеющие собственника, скажем, несвободную версию Java или Oracle. Также в Debian можно использовать вместо имен классы выпусков. Это stable, текущий выпуск дистрибутива, old stable, предыдущий выпуск, тестинг, это разрабатываемый выпуск, и unstable, нестабильный выпуск. Также я хотел бы обсудить с вами, что такое общая информация по использованию инструментов низкого. Установка пакета из компилированного файла dep или rm. Недостатки этого метода установки является то, что не предусмотрено разрешение зависимости. Скорее всего, вы захотите установить пакет из компилированного файла, или такой пакет недоступен в репозиториях дистрибутива и, следовательно, не может быть загружен и установлен с помощью инструмента высокого уровня, поскольку низкоуровневые инструменты не выполняют разрешение зависимости. А в итоге вы получите ошибки, и если попытаетесь установить пакет с неудовлетворенными зависимостями. Обновление пакета из компилированного файла. Опять же, вы только обновите установленный пакет вручную, когда он недоступен в центральных хранилищах. Потом, третье, это список установленных пакетов. Когда вы впервые получите доступ к уже работающей системе, скорее всего, вы захотите узнать, какие пакеты установлены. Если вы захотите узнать, установлен по какой-либо конкретный пакет, вы можете передать вывод с помощью команды grep. И четвертое, это выясняем, какой пакет установлен файл. Например, какой пакет установлен там в pv-dict-hvm. И в итоге мы сегодня узнали, что управление пакетами Debian основано на нем. Система предоставляет широкий выбор инструментов для управления пакетами, начиная от утилит команды SQL, заканчивая магазином приложения. Также для начинающих администраторов мы могли бы использовать там базовые инструменты, такие как DPG или apt, потому что они имеют базовые инструменты, в отличие от графических оболочек или псевдографических утилит, доступные всегда. Все, спасибо за внимание. Спасибо, спасибо. Абдурашитов. Да, сейчас включаю. Видно? Да, давайте, показывайте. Приветствую всех. Сегодня я буду говорить про систему управления пакетами RPM. RPM — это формат пакетов программного обеспечения, а также программа, созданная для управления этими пакетами. Используется в ряде Linux-дистрибутивов, является основным форматом пакетов в Linux Standard Base. RPM — открытая система упаковки в системах Linux и Unix. Для того, чтобы скачать RPM-пакет, необходимы root-права, так как он вносит изменения в систему. RPM позволяет получить пакеты исходных текстов исполняемого кода из исходного текста программы и работает только с пакетами в формате RPM. Особенности RPM. Мощные возможности выполнения запросов. Это значит, что можно искать пакеты или файлы по всей базе данных. Легко узнать, к какому пакету относится файл и откуда этот пакет. По архивированному файлу легко получить информацию, так как по нему есть большой объем данных. Если подробнее, то можно получить информацию о самом пакете, о файлах, а также о том, кто его написал или собрал. Возможность обновлять отдельные компоненты.
То есть заменять ряд файлов из установленного пакета на более новые, с возможностью посмотреть на то, что меняется после обновления. Также можно использовать исходный текст, то есть оригинальные исходники программы. RPM способна проверять целостность пакетов. Также. Дальше. У RPM есть 5 режимов работы. Установка, удаление, запрос, проверка и обновление. Обо всех будет подробнее. Но для начала мы расшифруем имя файла RPM-пакета. Возьмем пример, указанный здесь. В нашем случае software — это имя пакета. Версия 5.2. Первый релиз и архитектура i686. Это архитектура процессора, для которой создан пакет. В некоторых случаях между релизом и архитектурой указывается мажорная версия OS-пакета. Например, EL7, Enterprise Linux 7. Эта информация содержится не только в имени пакета, но и в его базе данных. Установка и удаление пакета. Для того, чтобы установить пакет, нужно написать команду rpmu, после чего через пробел написать имя файла. Однако в таком случае сначала пакет обновится до новой версии и только потом установится. Если существует необходимость установки без обновления, то следует написать команду rpmi. Если в установке пакета произошла ошибка, то она могла случиться из-за того, что пакет был уже установлен, либо существуют конфликтующие файлы. Также могут быть неразрешенные зависимости, требуются файлы или библиотеки из другого пакета. Для удаления пакета служит команда rpme. База данных RPM. В RPM существует база данных, она хранит информацию о всех RPM-пакетах, которые были установлены. В Linux она хранится в каталоге var lib rpm. Используется для запросов установленных пакетов, запроса версий пакетов и для запроса номеров релизов пакетов. Эта база данных представляет из себя хэш-таблицу, удобную для получения отдельных значений. Запросы к пакетам RPM. Осуществляется командой rpmq, имя пакета. Опции выбора пакета A. Запрос всех установленных в системе пакетов. F. Запрашивает информацию о принадлежности к пакету файла. P. Запрашивает неустановленный пакет. Опции запроса пакета. I. Отображает список файлов, которые содержит пакет. S. Отображает состояние всех файлов в пакете. D. Отображает список файлов документации. И C. Отображает список конфигурационных файлов. Для отображения детальной информации опция V. Проверка установки файлов. При установке пакетов метаданные сохраняются в базе данных, за счет чего можно выполнить проверку, сравнив файлы, которые будут на системе, с тем, что хранится в базе данных, откуда можно будет понять, что какие-либо файлы были изменены. Она сравнивает размер файла, владельца, разрешение, тип, группу владельца и еще несколько других параметров. Подводя итоги, хочется узнать преимущества и недостатки RPM относительно других систем управления. Преимущества. Программы можно легко удалять и обновлять. Как вы успели заметить, программы довольно легко удаляются, устанавливаются и обновляются. RPM популярна, а поэтому многие программы собираются в RPM, из-за чего пропадает необходимость собирать программу из определенных кодов. Процесс установки и удаления легко автоматизируется. А также, как уже было показано в презентации, существует возможность проверки целостности пакетов. Недостатки. Макропакеты между дистрибутивами могут сильно отличаться, что является серьезным минусом для RPM. А также раздробленность и несовместимость разных версий может привести к несовместимости файлов. Дополнительную информацию можно найти на сайте RPM, либо введя одну из команд консоли – man-rpm или rpm-help. Все? Спасибо. Можно спросить, да. Мне эту презентацию вместе с текстом отправлять вам и как? Нет, на сайт нужно выкладывать. А там для этого есть отдельное, да? Да, для этого и ставится оценка именно за выкладывание на сайт, а не отправьте на сайт, не получите всех баллов. Ну, я понял, тогда сейчас. Да. Значит, Алиса, пожалуйста. Значит, ситуация у нас сейчас такая. У нас занятие кончилось, и у меня сейчас другая активность, поэтому я буду переключаться между
вами и другой активностью, поэтому если я немного буду подтормаживать с реакцией, то вы не огорчайтесь. Или, если хотите, можем перенести, скажем, на 4 часа. Как? Да, хорошо. Тогда, если я чуть буду подтормаживать, вы не очень огорчайтесь. Давайте, подключайтесь. Извините, у нас 4 часа будет еще пара с контрольной работой. Нет, тогда давайте сейчас докладывайте. Просто я говорю, если я буду немного отключаться, и вы ждать будете, когда я подключусь, то вы не огорчайтесь, я на месте. Хорошо? Да, давайте, начинайте. Да, громче чуть-чуть поставьте, пожалуйста. Не слышно вас. Я постараюсь говорить громче. А, ну хорошо, давайте, да. Здравствуйте, меня зовут Елизавета. Сегодня я хочу рассказать вам о системе управления пакетами DPGG. Сегодня мы узнаем, что такое пакеты, зависимости пакетов, что такое репозитории и их типы. Также рассмотрим различные типы систем управления пакетами. Узнаем кратко о DPGG и рассмотрим некоторые команды, а также подведем итоги. Пакеты в Linux — это своего рода дистрибутив программы, набор необходимых файлов, которые необходимы для работы этой программы, упакованные в специальный формат. Существует два популярных формата пакетов. DEP — формат файлов пакетов, использующихся в дистрибутиве Debian и во всех основных на нем дистрибутивах, таких как Ubuntu, Linux Mint и другие. FPM — менеджер пакетов, использующийся в дистрибутиве Red Hat, а также во многих других популярных дистрибутивах, таких как OpenSUSE, CentOS, Mage и других. Зависимость пакетов — это когда одному пакету программного обеспечения для корректной установки и работы требуются определенные ресурсы в виде дополнительных общих библиотек или других пакетов. Все современные системы управления пакетами имеют способы разрешения зависимостей, чтобы гарантировать, что при установке пакета будут установлены и все его зависимости, необходимые для нормальной работы. Репозитории — это сервера в интернете, на которых хранятся файлы пакетов приложений Linux и другая сопутствующая информация. Практически у каждого дистрибутива Linux есть свой репозиторий, который содержит только совместимые и поддерживаемые конкретным дистрибутивом пакеты. Соответственно, при установке приложений из официальных репозиториев вы всегда устанавливаете только проверенные и стабильные версии программ. Типы репозиториев в Ubuntu. Main – здесь расположено основное полностью бесплатное программное обеспечение. Restricted – проприетарное программное обеспечение, официально поддерживаемое дистрибутивом. Universe — бесплатное программное обеспечение, официально поддерживаемое сообществом дистрибутива. Multiverse — проприетарное программное обеспечение, не поддерживаемое дистрибутивом. Список подключенных репозиториев хранится в etc/apt-source-list. На фотографии представлен более развернутый список репозиториев в Ubuntu. Сверху вниз подключены Base и Security Updates для поддерживаемых компаний и разделов. Затем они же вместе для свободного и несвободного ПО, поддерживаемого сообществом. Stable Backports прописан для всех веток одновременно еще ниже, за пределами скриншота. Типичная запись репозитория выглядит как строка со следующей структурой. Dep и ссылка. Инструмент управления пакетами. При решении различных задач по управлению пакетами программного обеспечения необходимо знать, что существует два типа утилит. Низкоуровневые инструменты, производящие фактическую установку, обновление и удаление файлов пакетов, и высокоуровневые инструменты, отвечают за выполнение задач по разрешению зависимости и поиска метаданных. На картинке представлен высокоуровневый менеджер пакетов Synaptics и его
низкоуровневые системы управления пакетами. В Debian, Ubuntu и подобных менеджер пакетов DPKG. CentOS менеджер пакетов RPM. OpenSUSE менеджер пакетов RPM OpenSUSE. Высокоуровневая система управления пакетов. В Debian и подобных Upgate, Aptitude, CentOS пакет, менеджер пакетов YUM, OpenSUSE менеджер пакетов Zipper. Низкоуровневый менеджер пакетов DPKG. Основная система управления пакетами в Debian является DPKG. Достаточно низкоуровневые утилиты, предназначенные для получения информации, установки и удаления пакетов. DPKG не умеет работать с репозиториями и разрешать зависимости. Но тем не менее, этот инструмент достаточно широко используется по сей день, и навыки работы с ним необходимо иметь каждому администратору. Данная утилита обычно используется для установки пакетов, скачанных вручную, например, коммерческого ПО. Синтаксис ее довольно прост и легко запоминается. На картинке представлена команда, с помощью которой можно установить менеджер пакетов. Это DPKG с ключом I. Дальше пишется имя файла и разрешение DEP. Рассмотрим некоторые команды DPKG. Чтобы посмотреть установленные пакеты, используется команда DPKG. Для используется команда DPKG и ключ F. И пишется название пакета, который хочется удалить. Чтобы посмотреть телефонный пакета, используется команда DPKG ключ C. И опять же таки название файла пакета. Подведем итоги. Сегодня мы узнали, что такое пакет и репозиторий в Linux, виды репозиториев и менеджеров пакетов в системах Linux, а также изучили основные команды DPKG. Все. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Григорьева. Так, я здесь. Подключайтесь. Да, сейчас. Так, сюда. То есть включить. Не видно вас, не подключайтесь. Сейчас, да. Так, сейчас видно? Давайте. А, вы с телефона, да. Ну, давайте, да. Показывайте. Угу. Да, давайте. Угу. Так, я хотела бы рассказать о системе управления пакетами Portage. Portage — это система управления пакетами в Gentoo Linux. По сути, в своей сущности, она является аналогом системы портов FreeBSD. Сама по себе она является неким сборником утилит на Python и Bash, которые нужны для того, чтобы установка программного обеспечения из исходных кодов или бинарных пакетов была более простой и упорядоченной. Главный интерфейс Portage — это консольная программа Emerge, которая позволяет установку новых пакетов с учетом зависимости и возможности управления вариантами установки. То есть, к примеру, с поддержкой некоторых функций или без поддержки неиспользуемых функций. Далее. Он же позволяет удалять ненужные пакеты, обновлять установленные пакеты, проводить синхронизацию с деревом платежей и так далее. Программа JBuild служит интерфейсом низкого уровня, как Portage, а Emerge — высокоуровневая оболочка для нее. Так, секунду, у меня просто прорисовался слайд.
Так, главный конфигурационный файл системы Portage настраивает основные параметры компиляторов и дополнительные возможности их использования. Другие же конфигурационные файлы системы находятся в каталоге Portage и позволяют более тонко конфигурировать различные аспекты системы Portage. Я упустила рассказ про дерево платежей. Оно располагается, ну, о котором я говорила в втором разделе своего доклада. Оно располагается, как правило, в разделе также каталоги Portage. Зайдя в необходимый каталог, пользователь видит упорядоченную систему директорий категорий пакетов, включающих в себя директории отдельных уже пакетов. Здесь каждый из них имеет вид совокупности eBuild файлов, файла changelog данного пакета, файла metadata .xml с метаданными о пакете и, возможно, нескольких остальных небольших файлов, нужных для сборки пакета. То есть, ну, например, патчи. Кроме того, в дереве протежей находятся все лицензии, используемые пакетами. В директорию Portage Dist Files обычно помещаются файлы дистрибутивов программ, которые проходят скачивание в процессе установки пакетов. Так. Профили. Генту многоплатформенная система, поддерживаемая многие архитектуры. Количество этих архитектур увеличивается и растет, и по этой причине очень важным является вопрос о надобности в так называемых профилях сборки. Что такое профиль? Профиль — это совокупность настроек по умолчанию для некоторых архитектуры или некоторого класса задач. Ну, допустим, для систем с высокой безопасностью есть профили Hardened и Selinux. Существование профилей, легких к созданию, дает возможность именовать генту не дистрибутивом, а метадистрибутивом. Ой, боже мой. Иными словами, дистрибутивом для реализации других дистрибутивов. Итак, для того, чтобы иметь работающую генту-систему, необходимо выбрать себе нужный профиль. Профили по умолчанию располагаются в каталоге Portage Profiles. Название профиля упрощает для пользователя поиск нужного профиля благодаря легкому и интуитивно даже понятному пользователю присваиванию именования. То есть разберем на примере Default x86-204.2. Это обычный профиль для архитектуры x86 версии 2004 года. Если же пользователь находит в профиле файл deprecated, то это должно дать ему понять, что указанный профиль больше не имеет поддержки. Ну, и значит, и останавливать на нем свой выбор не следует. Как только же пользователь пришел к пониманию того, какой профиль ему нужен, ему требуется создать симлинк на каталог с выбранным профилем. Например, ну, добавить уже к названию профиля, которого я назвала до этого, нужный нам make profile. Таким образом, при выходе новейшей версии генту пользователю просто не нужно будет покупать новые диски, а необходимо будет просто сменить симлинк на симлинк, ссылающийся на каталог с новым профилем. В самих профилях пользователь может найти для себя огромный объем информации. Это и USE-флаги, которые используются по умолчанию, и системные пакеты, которые устанавливаются при merge-system, и маскированные пакеты, настройки сборки пакетов по умолчанию, информация о привилегии установки одних пакетов перед иными, альтернативными. Конфигурация профилей сразу менять не стоит в лоб. Именно из-за того, что настройки будут удалены при следующей синхронизации с сервером. А как это сделать правильно? Ну, просто нужно изменить конфигурацию выбранного профиля через использование конфигурационных файлов в каталоге Portage. Если же этого каталога нет, то просто его нужно создать. Вот. Стоит отметить, что в сравнении с такими системами, как DEP или RPM, Portage дает право на не полностью собранные, настроенные, готовые для установки пакеты,
а только на файлы со скриптами компиляции, установки и последующей настройки. Далее поговорим о возможностях системы. Возможности Portage очень широки. От создания пакетов-исходников вплоть до конфигурирования пакетов на базе пользовательских USI-файлов, флагов, до первичной настройки приложений, установки предкомпилированных пакетов, удаления программ, автоматического обновления и так далее. Но, к сожалению, среди пользователей не нашло отклика такое широкое количество плюсов этой прекрасной системы, поэтому нередко агенты Linux нещадно критикуют. И причин для этого, кстати, тоже довольно много. Сюда входит и медленная скорость системы Portage, и отсутствие учета обратных зависимостей устанавливаемых и обновляемых пакетов. И такие недочеты существенные поспособствовали созданию проекта Paladis, некоторой замены Portage. Она выполнена на C++ и имеет в разы более быструю скорость работы и некоторый дополнительный функционал, который на самом деле по большей части имеет наличие в нестабильных версиях Portage 2.2x, но так как эти версии нестабильны, все-таки привилегии имеют Paladis. Также существует проект PKG Core, который также выполняет функции Paladis. Вот. Спасибо за внимание. Так, спасибо. Спасибо. Давальке Ильинской теперь. Угу. Сейчас. С телефона. Микрофон с тебя. Да, давай. Сейчас. Видно? Да, теперь видно, давайте. Так, секунду. Управление программным обеспечением, система управления пакетом РПМ. План презентации. Я расскажу подробно, расскажу опции команды РПМ, ее преимущества, недостатки и заключение. Если раньше многие Linux-приложения поставлялись в виде исходного кода, который пользователи могли компилировать и получать необходимые программы, то сегодня в большинстве дистрибутивов Linux используют так называемые пакеты. В этом докладе я представлю информацию об инструментах управления, которые помогают устанавливать, обновлять и удалять пакеты, также удалять пакеты. Такие программы, как RPM, Red Hat Package Manager, и его учная версия IUM, который изначально разработан для управления операционной системой Red Hat Linux физического факультета университета Юка. Во время инсталляции операционной системы Linux пользователи обычно выбирают для установки большой набор пакетов. Выбор основных пакетов может зависеть от того, как планируется использовать компьютер, то есть как сервер или разработка приложений. Но в какой-то момент нам понадобится либо установить новые пакеты, либо удалить, либо их обновить. И как раз для этого приходит на помощь RPM и IUM. Red Hat представил RPM в 1995 году. В настоящее время система управления пакетами RPM используется для создания пакетов соответствующих спецификации LSB. Опции вы видите на экране, то есть это инсталляция, удаление и обновление пакетов, опрос и проверка пакетов и дополнительные функции. Но сегодня я разберу только два пункта.
Также хочется сказать про IOM. Он расширяет возможности системы RPM, дополняя их функциями автоматического обновления, управления пакетами, включая управление зависимостями. И хочется отметить то, что он гораздо удобнее. Инсталляция RPM-пакетов. Предположим, нам нужно скачать редактор GCL, который является, не редактор, он является компилятором и интерпретатором. Если мы проверим, ну, я как раз на своей виртуальной машине проверял, установлен ли у меня этот компилятор, но, как видите, команды help, which, type выдают ошибку. Теперь попробуем установить этот интерпретатор с помощью команды rpm и i. Но до этого мы скачали вот этот данный пакет, и теперь нам надо его установить. Но мы не можем его установить, потому что существуют зависимости. Правда, данную проблему можно решить следующим путем, если нам покажет он... какие зависимости еще у него существуют, мы эти пакеты будем устанавливать, пока у нас, в конце концов, все не будет установлено. Но на помощь приходит команда IOM, которая позволяет скачать все зависимости пакетов. И она гораздо, она облегчает процесс установки пакетов. Теперь разберем удаление RPM-пакетов. Если вы хотите удалить из системы пакет, то надо запустить команду IOM с опцией remove, которая удалит сразу же все зависимости пакетов. Она сначала предложит, она проверит удаление, потом мы его подтверждаем. Если она находит зависимости пакетов, то мы можем либо удалить их, либо не удалять. Если рассматривать команду RPM, то можно использовать опцию и если пакет удален, то никакого сообщения не приходит. А если у пакета существует зависимость, то он его удалить также не может. Но можно также решать проблему удаления от зависимости. Обновление RPM-пакетов. Теперь, когда мы знаем, как устанавливать и обновлять и удалять RPM-пакеты, рассмотрим процедуру обновления пакетов до новой версии. Для обновления всей системы или отдельных пакетов используется команда IOM update. В листинге 7 как раз показано, что данная команда обновляет все пакеты, начинающиеся на G. Если говорить о RPM, то мы можем вывести те пакеты, которые пакет vim common, который требует обновления. Мы запомнили его адрес. И если мы знаем ссылку, на которой как раз мы можем скачать обновление данного пакета, мы вставляем RPM с ключом uhh, который u это не помню. Но другие опции это подробно, а H это знаки решетки. Они используют для того, чтобы отразить индикатор выполнения. Так. Это можно подробно увидеть. А далее поговорим о получении информации о RPM-пакетах. Так, секунду. У меня все закрылось. Так. А, вот все, я вернул обратно. Получение информации RPM-пакетов. Из примеров видно, что для инсталляции RPM-пакета с помощью команды RPM необходимо указать его полное имя, как было рассмотрено в пункте инсталляции.
Но, с другой стороны, для удаления его требуется его, только его имя. Но также для обновления требуется лишь... для получения информации требуется только имя пакета. То есть команда imlist gcl, она выводит в пакете gcl полную информацию. А с помощью команды rpm у ключа q он также выводит полную информацию в пакете. Дальше. Это тоже получение информации о пакетах. А теперь интересная вещь, как получение информации обо всех инсталлированных пакетах. Это очень удобная вещь. Опция А применяет ваш запрос ко всем цилиндровым пакетам. Команда с этой опции может вывести много информации. Поэтому обычно опция А используется совместно одним или несколькими такими фильтрами, таким как sort, more или less. Sort для сортировки списка, more для разбивки на странице. Рассмотрим отсортированный список всех пакетов в системе. То есть она выводит весь список, я не стал включать, потому что он очень длинный. А теперь рассмотрим количество всех пакетов в системе. Использование команды rpm qa может облегчить администрирование нескольких систем. Если на одном компьютере вы преднаправите отсортированный вывод файл, а в другом сделаете это то же самое на другом компьютере, то вы сможете найти отличие, сравнить файлы с помощью команды do. То есть данная команда показывает количество всех пакетов в системе, данная команда показывает количество файлов во всех пакетах системы. Это всех файлов документации, установленных с помощью rpm. А теперь rpm-пакеты, содержащие в них файлы. Часто необходимо узнать, что содержится в пакете, если или из какого-то пакета был получен тот или иной файл. А чтобы получить список файлов, содержащихся в пакете GCL, надо использовать опцию QL, как показано в листинге 12. Поскольку в пакете содержится много файлов, показана лишь часть ввода. Но можно ограничить этот список, добавив опцию C. А теперь можно с помощью команды rpm узнать, из какого пакета был получен данный файл. То есть рассмотрим сначала команду which, которая по умолчанию показывает, откуда получен данный файл. Но и с помощью rpm можно тоже это выяснить. Но тут у них разница в том, что вот эта команда, она указывается, ну, третья команда указывается в блочке bash. Ну, то же самое. А теперь поговорим о преимуществах RPM над другими средствами управления. Она обладает легкостью удаления и обновления программ. IOM расширяет возможности системы RPM. Она обладает очень высокой популярностью. И с помощью нее легко автоматизировать процесс установки, обновления и удаления. Но она также, как вся система, обладает недостатками. Многие программы пакета обновляются позже, чем официально выходит версия программы обеспечения. Отсутствие RPM для некоторых программ, и у нее централизованная база установления пакетов, что очень удобно. Ну и вывод. RPM – это наиболее популярное низкоуровневое средство команды строки для установки, запроса, проверки, обновления и удаления пакетов. Но, однако, при установке пакетов RPM следует лучше использовать IOM, поскольку она автоматически разрешает все зависимости для вас, и она в разы облегчает процесс работы. Все. Спасибо. Спасибо. Худа Юрова, пожалуйста. Здравствуйте. Подключайтесь. Видно? Да, давайте.
Всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами про систему управления пакета RPM. План доклада такой. Определение базы данных RPM, название пакетов, преимущества и недостатки RPM, поддерживаемые дистрибутивы Linux. Определение. RPM Package Manager расшифровывается как Red Hat Package Manager. Формат пакета программного обеспечения, а также программа, созданная для управления этими пакетами, используемые в ряде Linux дистрибутивов, является основным форматом пакетов LSB. База данных RPM. База данных RPM ведется в каталоге varlib-rpm. Она состоит из одиночной базы данных, пакетов, в которой хранится вся информация о пакетах и множество маленьких баз, таких как db001, db002 и другие, которые служат для индексации и содержат в себе сведения о том, какие файлы менялись и создавались при установке и удалении пакетов. Если база данных испортится, то ее можно восстановить, введя команду rpm rebuild db. Если база была уничтожена, рекомендуется достать копию из заранее сделанной резервной копии или восстановить при помощи команды rpm ivh just db. Название пакета. Каждый пакет rpm имеет название, которое состоит из нескольких частей. Название программы, версия программы, номер выпущенной версии, архитектура, под которой собран пакет, например, как i386 и PPC и так далее. Работа с пакетами. Собранный пакет обычно имеет такой формат: название, версия, выпуск, архитектура, .rpm. Например, nano — это название, 0.98 — это версия, 2 — это выпуск, и i386 — это архитектура и .rpm. Преимущества RPM. RPM. Легкость удаления и обновления программ, популярность. Почему популярность? Потому что многие программы собираются именно в RPM, поэтому нет необходимости собирать программу из исходных кодов. Неинтерактивная установка, легко автоматизировать процесс установки, обновления, удаления, проверка целостности пакетов с помощью контрольных сумм, возможность аккумуляции опыта, сборщиков спецфайлов, относительная компактность спецфайлов за счет использования макросов. Основные недостатки. Макропакеты между дистрибутивами могут существенно различаться. Раздробленность и несовместимость различных версий, а также большое количество патчей на RPM в дистрибутивах, которые также приводят к несовместимости спецфайлов между дистрибутивами, несовместимости названия пакетных зависимостей при попытке установить пакет от другой дистрибутива. Также поддерживаемые дистрибутивы Linux, такие как OpenSUSE, SUSE Linux Enterprise Desktop, Feduntu и другие. Спасибо за внимание. На этом все. Спасибо, спасибо. Калдас Мартин, следующий. Да, я здесь. Давайте, да. Сейчас. Так. Мой экран там видно? Да, да, давайте, да. Добрый день, меня зовут Мартин, группа NFE02. Сегодня я хочу рассказать про систему управления пакетами RPM. Сначала, что такое система управления пакетами вообще? Система управления пакетами — это набор программного обеспечения, позволяющего управлять процессором установки, удаления, настройки и обновления различных
компонентов программного обеспечения системы управления пакетами активно используется в различных дистрибьютивах операционной системы Linux и других Unix подобных операционных системах. А я тоже написал другой час на английском языке для тех, кто интересует, расскажите мне, пожалуйста. Потом, что такое система управления пакетом RBM? RBM это Red Hat Package Manager. Ранее рассказывался как Red Hat Package Manager, формат пакетов программного обещания и таких программ создано для управления этими пакетами, используемыми в ряде Linux дистрибьютив является основным форматом пакетов в LSP. Изначального разработчика комбинации Red Hat для Red Hat Linux RBM стал использоваться в многих дистрибьютивах Linux и был портирован в другие операционные системы, Novell Network, например, с версии 6.5, SP3, IBM AIX, в версии 5 и прочее. Для характерения файлов в формате RBM используется архивы контейнер SPIO с использованием, кажется, утилитой GZ. И больше базовых версиях может быть использован архитектор STAR. И скажи, с помощью BZIP2, LZMA или XZ. Начиная в версии RBM 5, возможно использование архиватуры XAR. История по системе RBM. RBM был раньше написал в 1997 году Эриком Трайном и Марком Юнигом. Эти их люди, которые написали эту программу вообще на основе опыта BMS, RBB и BM. Эти названия для старой программы, которые были за RBM-систему. Потом программа BM была написана Риком Фейтом и Дагом Хоффманом в мае 1995 года для Red Hat Software. На ее разработку и реализацию значительной тебе не проверяла. BMS система управления пакетами Faith и Кевин Мартин Ассенью в 1993 года. Для Bogos Linux Distribution BM сохраняет парадигму BMS Open Source Plus Patches, добавляя функции и устроение произведения ограничения
присутствующих в реализации BM. Предоставляет значительную улучшенную поддержку базовой данных для отслеживания и проверки установленных пакетов. Преимущество системы RBM. Легкость удаления и обновления программ. Популярность очень много программ собирается именно в RBM, поэтому нет необходимости собирать программу из исходных кодов. Неинтерактивная установка легко автоматизировать процесс установки, обновления, удаления. Проверка цельности пакетов с помощью контрольных сумм и GPG подписей. Delta RBM аналог почта, позволяющий обновить установление программирования обеспечения с минимальной затратной графикой. Возможность аккумуляции опыт спорщиков и спек файл. Относительно компактности спек-файлов за счет использования макросов. Недостатки системы RBM. Микропакеты между дистрибьюторами могут существенно различаться раздробленность и несовместимость различных версий. Так существуют проекты по разработке RBM4, rbm.org, rbm5, rbm.org, а также большее количество почтей на RBM не дистрибьютивах в частности. Это приводит к несовместный спекфайлов между дистрибьюторами. Спекфайл Alt Linux чаще всего невозможно собирать на Red Hat или SUSE. Без значительных исправлений. Несовместности названия пакетов зависимостей при опытке установить пакет от другого дистрибьютива, например, зависимости в RBM Sparky коннектива содержится подругами. Проблем не жили в Мандарива. Система RBM репозитив. RBM часто собирается централизованно в одном или нескольких
характер хранилища в интернете, сайты. Часто имеют свои собственные репозитории RBM, которые могут доставать как локальные зеркала таких интернет-репозиторов или быть локально поддерживаемыми коллекциями полезных RBM. База данных системы RBM. База данных RBM ведется в каталоге VAR, потом LIB, потом RBM. Она состоит из одиночной базы данных packages, в которой хранится вся информация о пакетах и множество маленьких без db.001, db.002 и так дальше, которые служат для индикции и содержат в себе изведания о том, что такие файлы менялись и создавались при установки и удаление пакетов. Название пакетов. Каждый пакет RBM имеет название, которое состоит из нескольких частей. Название программы, первый часть. Версия программы, второй часть. А номер выпускной версии. Это третий час. Количество раз пересборки программы одной и той же версии также часто используется для обозначения дистрибьютива, под который собран этот пакет. Например, MDV, Mandariva Linux, или FC4, Fedora Core 4, или Fedora Core 4, архитектура, под которую собран пакет. Например, i386, BBC и так дальше. Собирание пакет обычно имеет такой формат называния. Вот. Первая часть называния, потом версия, выпуск, архитектура, .rbm на конце. Например, пакетами вот nano -0.98-2.i386.rbm. Для создания пакета нужен spec файл. Это обычный текстовый файл, который имеет суффикс .spec и содержит в себе название пакета, версию, номер выпуска, инструкции, сборки и установки пакета и список изменений при начале спек файла. Пакет создается командой rmbuild. Команды примеры. rm-uhv package.rm при наличии пакета package производит его обновление при отсутствии установки. Второй пример, rbm-qa,
query format, потом размер, имя, version, год выпуска, вывод списка всех установлений пакетов и их размеров. RBM-Q query format, distribution. Distribution какой? SUSE или Ubuntu или какой? Package.rbm. Название дистрибьютива, в котором установлен пакет. Opcia-Q для установленного в систему пакета. Opcia-Q для неустановленного. RBM-QA. GRIB-XX, список пакетов, где встречаются сочетания. XX – это название файла, уже который мы хотим сказать. RM-Q – what provides full path file, название пакета, которому принадлежена файл full path to file. Поддерживаемый distributive Linux, который можно в них скачать RBM или вообще RBM работает с них. OpenSUSE. Есть, например, SUSE Linux Enterprise Desktop, MeeGo, Fuduntu, Mandariva Linux, Rosa Linux, Magia, Alt Linux, Fedora, Russian Fedora, CentOS, Red Hat Enterprise Linux, Armed Forces Mobile System, ASP Linux. Эти не все дистрибьютивы, но это не для системы RBM. А здесь еще объяснение через видео, если вам интересно включить. По-моему, видео не работает. Почему? Я думаю, видео уже не надо. Ну, хорошо. Тогда я уже закончу. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Как я вижу, на сегодня список докладов исчерпан. Значит, тогда на следующей неделе у нас тесты, и вы получите оценки. Списки будут вывешены с оценками на сайте. Извините, спасибо. Я хотел презентацию показать. Кто вы? Евстратов. Евстратов. Так, а где же вы тут списки? В списке вас и нету. Ну, я не знаю, я на сайте отмечал, у меня готова презентация. Сейчас. Давайте, сейчас, пожалуйста. Это какая группа? Группа какая его? А, NPM. NPM. Угу. Давайте, я сейчас подключу. Здравствуйте. Сегодня хотел бы рассказать о системе управления пакетами RPM.
RPM — это система управления пакетами, разработанная компанией Red Hat для операционной системы Red Hat Linux. RPM применяется во множестве дистрибутивов операционной системы Linux, например, Fedora, ASP Linux, Alt Linux и Mandriva, OpenSUSE. Каждый пакет RPM имеет название, которое состоит из нескольких частей. Номер релиза, также число используемых для обозначения дистрибутива, под которым собран этот пакет, например, MDV. Версия программы, название программы и архитектура. Преимущество RPM – это проверка целостности пакета с помощью контрольных сумм и GPG-подписей. Легко автоматизировать процесс установки, обновления и удаления. Delta RPM позволяет обновить установленное программное обеспечение с минимальной затратой трафика. Компактность спек файлов за счет использования макросов. И последнее – легкость удаления и обновления программ. Основные недостатки RPM – раздробленность и несовместимость различных версий. Несовместимость спек файлов между дистрибутивами. Макропакеты между дистрибутивами могут существенно различаться. И последняя несовместимость названий пакетов в зависимости при попытке установить пакет от другого дистрибутива. Для создания пакета нужен спекфайл. Это обычный текстовый файл, имеет суффикс spec и содержит в себе название пакета, версию, номер релиза, инструкцию по сборке и установке пакета и список изменений. Дальше примеры. Я думаю, сможете сами их посмотреть. Не буду их разбирать более детально. И список литературы. Ну, на этом все. У меня все отвалилось. Ничего не вижу. Так я уже закончил? Извините, пожалуйста, я переключался сейчас в другое место. Да, спасибо. Тут я, значит, кусок вашей презентации увидел. Значит, выложить не забудьте на сайт, чтобы да, я еще просмотрел. Да. Ну, тогда все. До свидания. Все, спасибо большое. Спасибо. Да, до свидания. До свидания. Да, всем до свидания, да. Извините, пожалуйста. Да. У меня есть вопрос. Когда наша презентация? На следующей неделе? Не понял. Вы сегодня докладывались? А сегодня последний день? Да, сегодня последний день. У нас не были презентации. У кого не было презентации? Да. Так, а вы должны были сейчас. Вот, вы должны были выступать 3 числа. Вы 3 числа не выступили. Что я могу вам помочь? Ничего, вы не стали выступать. А что закончится? Все. Ну, я сделал доклады. Но когда я вам отправил доклады в Teams... Вы выступали? Да. Там явно написано, без выступления нету доклада. Смотрите в сообщение, пожалуйста. Вы выступали? Вы выступали какого числа? Когда вы выступали? Я забыл, когда... Вы не выступали. До свидания. Все, мы заканчиваем.
Да, до свидания.